Ну вот, отправляемся в путешествие за 360 километров. Жаль, что не на катамаране. Да. Но погода нам так и не дала выйти в море. Погода скорректировала планы. Да. Тронулись. На бикрень, шапка на бикрень. Витя, куда мы выезжаем? Ой, куда-то туда. Скажи, куда повезут. Да. Хотели они, значит, ехать катамараном по воде, хотели идти по северной, северной стороны, по-моему, северной части Ладоги. Ладоги, в Карелию, туда, в сторону Пуцари, Монтенсари, Кариусари. Но МЧС предупредила об изменении погоды, о нехорошем изменении. Поэтому принято решение было ехать автомобилем на остров Монтенсари с баулом. С двумя резиновыми лодками. И еще две машины подъедут в среду. Все мы там встретимся, разобьем лагерь и будем собирать грибы и отдыхать. Это мы разобьем лагерь, вы приедете уже с нас на собранном. Попробуйте не разбить лагерь. Ну, мы все разобьем, да? Мы все разобьем, да. Мы приедем в готовый лагерь, наверное. Предположительно. Как обычно. Катамаран будет ждать нас в яхт-клубе. Поехали, вперед. Ну, с Богом. Едем 150 километров от Питера. Витя все рулит фирмой, никак не может нарулиться. Да-да-да, ну надо. Деньги отправляет туда-сюда. В общем, нам еще 200 впереди. Наша первая остановка в Карелии. Ты что, горел, что ли? Угорел! Вот такой красивый лес. Сейчас посмотрим, есть ли тут грибы. Народу никого. Красота, корейские дорожки. Все, едем и едем. Лес прекрасный рядом. Белые грибы продают, красивейшие. Молоденькие. Надеюсь, приедем, тоже наберем грибов белых. Ну вот, едем вдоль Ладоги. Там в просвете между лесом показывается Ладожское озеро. Сейчас выйдем по берегу. Пойдет дорога. Похоже, на просвет идет на Ладогу. Да, нет, мы объехали. О, красота. Это уже край Монтенсари. Наверное. Она твоя, она твоя.
Набрали пол ведра лисичек, будем вечером грибы жарить. Мы едем по полуострову Лукалансари под красивую классическую музыку. Лукалансари. Финские хуторы. Скоро будет Мантин Сари. Хорошо, молоко. Надо газовет. Там остров Мантинсари. Такой у нас нос. Маран, ты не захлел, что ли? А тут? Лови, да? Лови.
не рули, все равно получает. Да. Дай мне пакет какой-нибудь. Проходим мы с Монтенсари около маяка. Такая здесь болтаночка кисловая. О, какие волны. Разбивается обрив. Возвращаемся на базу. Закат просто красота. Григорий снимает, блин. Красотища. Там уже темно и шторм идет.
попалась такая щучина. Да. Уже есть что пожарить. Да и не просто пожарить. Вот наш домик. Я думаю, не первый, не последний у меня щучка. Наш домик за 1500. Да это. Да, нормально. Сутки. Нормально. Ничего такого. Сложного, все просто. Да. Все, что нужно. Слушай, тут даже они дали чистые полотенца, слушай. Вот, вот. Вот в чем дело. Скалочка, бля. Сейчас мы пожарим. Щучку. Щучку. Не обязательно ты как хочешь, так и, так и делай. Вот такое у нас утро. Сегодня ночью прошел ураган. Идет дождь. Ветер был такой, что наломал деревья. Море все бурлит и кипит. Ну вот у нас тут дождик идет. Мы решили заняться грибами. Такая вот лисичка, переросток. Свежак вообще, успел вырасти его, раньше всех выскочил его.
Ну вот, мы собрались неверенным количеством вещей. Такое впечатление, что на месяц уходит. Какая красотень. Камешки, камешки. Ох, мы тут издалека, когда подходили, увидели бухточку. Типа. Вот красивая такая. Вот, сейчас хотим посмотреть, что ж там за лес. Хотелось бы и грибы увидеть. Если так, ну пойдем, показывай дорогу. Пройдем. Пройдем.
Здесь явно были люди. Да, вот они тут были. Замусорники, конечно. Так, а вон там у нас есть что-то еще. Тут какое-то что-то горело. О, а вон домик стоит. О, домик охотника. Да. Наверное. Мы за этим справа. Куча всяких бытовых вещей. Да, люди тут. Кружки, ложки, свиньи. Люди свиньи, да. Это точно. Просто. Опа! Ну, смотри, как тут, а? Что тут сгорело. И мощно сгорело. Ну, как-то тут хорошо, что в одном месте тут сгорело все. Да, он и рядом дом стоит новый. Лесного, да. Домик охотника. Да, смотри, свежак, наверное, недавно построили. Замешано, наверное, на вот этого было. Должны были бы сделать. Свет включается. Так, это что такое? Такой вот срубик. Не доделал немножко до конца. Так, смотри, тут старался. Тут делать и делать, чтобы в нем жить можно было. Ну, да. Задумано неплохо. Да, даже доски привезли. Да. Тут что-то все обвалилось. Кто-то не дал до конца доделать все это дело. Такой вот домик. Домик Бабы-Яги. Ножки, ножки, вы где? Где ножки? Так. Ну ладно. Да. Посмотрели, поехали дальше. Вон где-то полянка где. Вон, вон там просто. Ну вот, шли мы, шли и нашли. Такая прелесть. Класс. Беленькие. Так, вот мы шли-шли и еще нашли тут случайно таких два красавца беленьких. Просто шли к лодке. Так, срывай. На жареху уже есть. Да. Да, и вот еще какой красненький красавчик стоит с ножкой. Такой. Класс. Вот такой вот красавчик, но уже перестоял, наверное. Не дождался никого. Хотя чистенький. А вон там еще один стоит большой. Спрятался. Деревцом. Красавчик. Так, сколько там? Ведерочка белых набрали. Да. Так, зашли в лес на секундочку. 15 минут максимум. Да. Класс. Да, просто невероятно. Ну-ка, покажи нам. Вот такие красавчики. Как
красноголовый. Подосиновик. Смотрите. Подосиновик, какой. Да. А тут. О, какой беленький. Класс. Да. Крепыш. Вот польский белый даже есть. Вот он. Почему польский? А он, видишь, у него бахрома так. А так и должно быть. Да? А вот один плоский, блин, такой. Польский белый, что-то первый раз такой слышал. А нет, черный, он темный, темнее, он немножко другой. Это боровые, они такие вот, такого вот боровые, формата. Да, ножки немножко рыхлые. Ну ладно, поехали дальше. Да, пошли. А мы приехали. Идем по морю. Идем по морю. В дикие места, к кабанам и медведям. Ну да. Да, Масяня? Вон наш кабан тоже. Наш кабанчик идет с кабанчиком. Обещают ночью шторм. Врут, наверное. Не знаю, обещают, я смотрела. Ветер в порывах обещают до 16. А мантинцарский дед сказал до 20. Но он какой-то врун, не знаю. Неприятный. Мася, стой! Мася, иди сюда к маме. Ну вот мы и на Мантинсаре. Ребятки тут уже лагерь разбили. Мася, иди назад. Иди к маме. Масяня. Вот водоплавающая собака. Масяня. Витя там, да, Витя твой, услышала Витю. Да, сейчас придет Витя. Мася, там леска, аккуратно. Маська, привет. Красавица, Мася. Ой. Не даст она тебе выгрузиться. Мася и Витя. О-о-о. Любимый Витя Масин. Мася, подожди, дай ты ему. Мася. Все, Мася, ну, я сейчас выйду, Мася. Иди сюда. Ой, Витя, Витя. Подтяни меня, а то у меня Мася тут это не будет. Сек. Спасибо. Витя, ведро. Витя, стой. Аккуратно. О. Шашлык, шашлык, ведро. Ага, ага, да. Я думал, туда смотрю. Ну все, Мася тебе не даст спокойно стоять. Привет. Привет. Фу, все-таки Гриша ее поймал, который у нас сорвал в прошлый раз. Да, да, да. Ты такой же, как Робинзон, я смотрю, что такой с бородой. Решил, да. Первый раз вижу тебя с бородой. Все, смотри, что Гриша. Мощный, блин. Ага, потащил. Целый такой катер. А так напугал-то их. Да. И волна метровая там на мысу. И медведи-то на острове, и кабаны. Шура уже сидела, тряслась вся там вообще.
Представляешь, вплоть до того, что она хотела остаться там в домике. Так он ее запугал. Когда он сам говорил, он сказать ничего не мог. Да? Да, он мне вот тут. Мы говорим, вот тут так, да, да, да. Все, блин. Аж заикался. Мася, иди сюда. Мася, не купайся, холодная водичка. Мася. Мася, уйди. Ну рассказывайте, как метровая волна вас захлестнула. Больно. О, я теперь медведя только боюсь. Он говорит, я шел тут, и все были следы медведя. Да. Лапы. Да. Ну да. Потяни кто-нибудь. Тяни. Вить, потяни их зависло. Классно вообще! Да хватит! Да кидай ты его уже! Да надо его в воду, мам! Просто кидай. Его медведей покормим хоть! Да не очень-то они наедят! Корм для медведей! Хороший у тебя подкопник! Уйди, Мася! Мася, с ног уйди! Прыгай! Оп, Мася! Мася, уйди ты, блядь, прям... а! Масенька, ну-ка! Зой! Ну, Лена, ну, я же упаду! Спасибо. Пожалуйста. Зоина. Зоя, это свое. О, это не надо. Мать, на куча. Мать. На сухое. Вечерело. 20 часов 10 минут. Где-то там Сашка сидит на рыбалке в камышах и думает, что мы ее не видим. Ну что, бабушка, нашла свое полотенце? Шари-вари. А Ферри нашла? Ферри пропала. Шурик ушел в море. Сейчас штанишки одену. Ты в них утонешь. И буду колбаску резать. Телефоны заряжаются. Шурика, Шурика, покажи, Лена. Все вроде пределе. Зоя ищет Ферри уже второй час. Гриня делает. Что Гриня делает? Шашлык. Шашлык? Куря. Из куря шашлык. Ладога успокоилась под вечер. И даже луна показалась нам. В общем, вечерело. Витёк, где Ферри? Фериш, налей водички, пожалуйста. Не пил, не знаю. Я думаю, это будет концепция нашего похода, которая будет называться... Ферри. Где Ферри? Где Ферри? Бабушка, нашла Ферри? Дёхты. По-русски, бабушка. Рокба. Нету. Спёрли.
Гриня, где Ферри? Вандалы. Понятия не имею. У меня вон технические вандалы, вопросы. Вандалы, суки, сперли. Мася, где Ферри? Манюня. Где? Вот, видите, Ферри. Тут у меня где-то была... Вот они летают. Вот они летают. Что это? Это же луна. Подожди, а где моя, блин? Дай я подумаю, что же это. А как ты что видишь? Светки прилетели. Щука тебе? Нет, щука. Какие шведки. Приятный летний вечер 22 августа. 18-го, конечно же, год. Грустит моя девочка, не дали ей где спать. Да, моя холостая, Манюнечка. Манюнечка, моя девочка. Она еще смотрит на волну, мне это нравится, волна накатывает. Ага. Она грустит, что ей не дали подстилочку. Как она, шашлычок? Ты готов. Красота. Ваши комментарии? Темнеет, вечерело. Так, что у нас тут готово? Выглядит будто готово. Я так хорошо промариновала их двое суток. Я думаю, что они готовы. Думаю, надо, да, забирать и на стол. Шведки у нас вылетают сегодня. Это редкое явление на Ладоге. И вот сейчас их, наверное, сотни. А скоро будет тысячи и миллионы. С каждым часом их будет больше и больше. И в итоге сверху с утра будет лежать вот такой слой, несколько сантиметров этих шведок на пляже. И рыба всю ночь будет бесноваться и есть их. Да, помню, как на яхте мы шли, их было много-много, а потом они лежали... Они живут один день всего. Они, да, вылетают, кратко. Размножаются и все, умирают. Их трупики поедают рыбы. Грустно. Это грустно. Им очень весело. Один день, если живешь, очень весело. Вот как Манюнечке, грустно прям. Думаю, сладкое, не дали подстилку ребенку. Ну как так? Лена, потом засними, вот они уже падают. Вот же жизнь-то, а. Один миг и закончилось. Надо ее ценить и беречь. Каждый день. Every day. И каждый миг. Вот они летают. Пока еще они летают. Миша, скамейка готова. И вот они тут же уже и лежат. Те, кто спарился, уже лежат на пляже.
знаю. Ну, я думаю, не замерзнее, да, вот здесь? Мася нету постелей? Дай, пожалуйста, Масяня с нами в палаточке же будет. Мася. Постелей только сбоку, Гринь. А, ну сейчас да. Мася. Моя девочка очень любит, чтобы ей было комфортно. И одеялочко какое-нибудь. Пальтишко мягенькое, лучше шубку. Да, Манюнечка? И мой сладкий. Ой, наконец-то, скажи, дали мне хоть что-то полежать. А я для тебя одеялочко припасла. Ой, Мосечка в песке. Манечка что-то нюхала долго. Зато у Манечки теперь есть домик. Маня довольна. Сейчас я тебе дам одеялко. Да, 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 верхнюю подними, да, вот. Квадратный луч. Ага. Ну, говорите что-нибудь, вас вообще не видно. Запретили говорить. Можно от газ убрать, а? Мася, уйди. Что, подержи одной рукой. Видите, весь теплит такой. Держи крепко. Сделать, чтобы немножко света было, блин, от костра. Ах, ах. Вот так лучше. Это из этого же фильма, да? Написал тот, кто писал песни для этого. Дон Кихот современный какой-то. Выбери меня. Выбери меня. Выбери меня. Выбери меня. Пенья, чё молчишь, бой? Кольцо! Вот такая вот погодка на утро. Это сейчас солнышко проглянуло. Где-то там рыбачки. На сегодня обещана погода. Ветер до 16 метров в порывах. В основном 10. Но мы в такой бухточке, что ветер совсем не ощущается. Вот такой вот у нас тут тентик. Камбуз у нас. Кухонька. Беленькие. Бабушка супчик готовит. Закусочек для брательника. Я за грибочками пошла. Все предели. С моим ведром, да, пошла? Я на грибную охоту пока. Ты ей сказала, что можно заблудиться? Она лего попрыгает, она не пойдет далеко. Она боится. Сзади волна!
Че, рыбаки? Ловая подруга. Ой, вот это... на фидер удалось наловить. Только... Это лещики и окушок, да? Вон лещик я вижу. Язик там один. Ой, язик вон один. Вон два язика. Значит, уха еще у нас. Ух ты! Ух ты! Ой, бедный котюш. Бедный котюш. Выход из под воду, смотрите. Ага. Шура уже сегодня пыталась выйти. Вышла, пошла сушиться. Смотри, какое красивое, Гриш, небо над Ладогой. А вот и лес беленький. Раз. Берете, я просмотрю. Два. Три, четыре, пять. На одном месте. Ой. Вот. И вот. Еще один красавец. И вот. Вот это за семи дворей. Сейчас. Иду. Паровой. Секунду. Ой, как классно. Пошли грибы. Ой, какая красота, ребята. Привет, красавчик. Ну, здесь лапа такого не маленького мишки. И мишка кушал грибы белые. Да. И пошел он в ту сторону. Стоят ножки от белых. Вот. Вот следующая лапка. А вот еще лапка. Вот она. Пум. Рядом с нашим лагерем ходил мишка. Это просто мы поставили лагерь рядом с мишкой, видимо. Ух ты, какой белый там стоит. Где? Вон, вдалеке, смотри. О, какой красивый. Да, я его сниму, чтобы мне не снимать просто так. А вон еще. Наконец-то я тоже нашла гриб. Вон следующий, еще он. Я вот про стоит. Это и говорю. Вон он там. Лисички. Не дал ты посмотреть мне на лисички. Ой, белый стоит, смотри. Не знаю, что собирать, белые или лисички. Когда ты взял слишком маленькое ведро. Такое дали. Давайте еще пройдемся по дорожке. До дорожки не до дорожки, классно. Мимо-то прошли, смотри. Посмотри мимо, чего прошли. Сейчас, сейчас, сейчас. Красненький. Ой, беленький. Да какой беленький. Какой боровичок. Красавчик. Какая кабан идет дорожка. По дорожке. Кабанчик идет. Манечка! Манечка! Ах ты наш кабанчик. Гриня? Да-да. Ты где? Я тут. Мы собираем грибы. Ну, а где тут? На Монтинсааре. На Монтинсааре? Да. Где в лесах живет много-много диких обезьян. Медведи. Медвежьи следы, кабаньи следы. И Витя видел. Отласи следы дорожки. Живности тут полно. Витя! А? Мы тут интервьюируемся немножко.
Расскажи нам, где ты? Ой, где-то на Мансааре, кажется, да? Мантинсааре. Вот, остров горный, да? С горами. Или остров-гора. Вот тут грибов, у меня лисичек просто немерено. Покажи свои лисички. Да. Это за 5 минут. Да, буквально. Вот эта дорожка, она лисичковая. И солнышко, лес смешанный. Вот, и ага. Должны быть тут грибы, обязательно должны быть. Но они обязательно должны быть. Ой, Витя, а вот подожди, вон там. Боже, да их целая дорожка из белых. Вон, смотри. Да, я сняла. О, ё-моё. И тут? И тут? Где? Иди сюда. Ой, я даже какой-то свернула. О, лисочки. Какая красота. Манечка, не ходи, Мася. Мася, Мася, ко мне. Забери Масю. Мася. Ко мне. Ко мне. Это неудачно зашел. Вот тут твари как удачно. Лисички, лисички, лисички. Какая красота. Ой, спасибо тебе, лес. Какой-то хутор тут был раньше. Люди жили. Финны, наверное. Кто-то здесь жил, пока большевики не выгнали всех с острова. Там фундамент старый, все разрушили. Вот где березы выросли, там фундамент прямо посередине стоит. Идем дальше. Все, что осталось от хозяйства, замочек. Какая-то штука железная. Для чего-то. Это и... как лопаты. Плуг. Плуг, наверное, землю плуг. Обрабатывать. За лошади таскать. Такая массивная железяка была, все сгнила. Вот и фундамент. Из камней. Такой вот построен вручную, что-то вроде, не знаю, поребрика, грата. Дороги. Как будто это был край дороги, из камней сложены. Вот тут кто-то лисички собирал. Наверное, это были мы. Mm.
нещадно едят комары. Тут нашли немножко грибов, чуть-чуть, на жарёшку. Такую маленькую полянку. Такая полянка, уходящая за горизонт. Тропинка из лисичек. Тут лисичная бомба взорвалась. Разметала по всей поляне. Верчу, лететь хочу, работать не хочу. Лучше буду сидеть, как пятница, грибы мешать. Очень красиво, очень здорово. Я в таком счастье, в таком... Полвека не была в лесу, как я в 15 лет ходила. Витя, водички надо бы. Чайничек согреем. Воду с песком или без песка? Привет! Ты что будешь? Потом посмотрим. Я бы все открыла кусочек. Привет. Как грибочки? Просто ноги немножко отваливаются. Ну что, пройдет скоро. И это пройдет. Не знаю. Эй. Хорошо горит? Он не звонит. Да, Александр, привет. Они не хотели. А, не-не-не. Они настали, они настали же. Накрепить прямо. Они четыре штуки там. Алло. Беленькие. Одни беленькие. Лена, сюда, Лена. Ага, ага. Малыш чай пьет. Это вот над Хариусари радуга. Заходящая на мыс Монтенсари. Красотища. Заряжай! Ха-ха-ха!
Как вам в домике? Чебурашер! Класс! Маша сейчас стол свернет. Медведя за стол не позвали? Сейчас позовем. Сейчас Мася сбегает. За другом я своим. Я сбегаю. Вкусный лук. Веселые каникулы. Спокойной ночи. Сидим в палатке, спокойной ночи. Какой медведь? Дядь. А, дядь? Так он уже сходил вроде. Такой у нас домик. Крыша. О. А что она провисает-то? Не знаю. Непонятно. Потому что мы сидим. Марусенька. Марусенька спать легла. Так, моя девочка. Песка нанесла 3 ведра. Все сделала. Любитель песка принести. Все, спокойной ночи. Спокойной ночи. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, уже костерчик. У нас сегодня туман. Папа ушел на рыбалку. Марусенька ждет папу. Моя девочка. Хороший. Папа скоро придет. Да скоро придет. Ты боишься, волнуешься, что тебя не взяли? Не хныкай, они скоро придут. Завтра тебя покатают. Солнечный денек сегодня будет. Паутинки. Привет-привет! Привет-привет! Опять привет! Ну что, уезжаете сегодня? Да, сборы. Лен, тут стол будет, а тут стулья на бочке. Да, не хотелось, придется.
Отдохнули просто класс. Погода хорошая. Очень довольна. Сёмочка счастлив до кончиков ушей. Компания шикарная. Компания шикарная. Спасибо сестренке с Гришей и Вите, что нас взяли с собой. Всем спасибо огромное. Удовольствие получили вообще. Спасибо. Классно. Сёмик аж сказал пух. Классно. Ждем вас завтра на базе. Подожди, кстати, насчет базы. Вы во сколько завтра? Мама. Блин. Перегружают вещи Шуры и Зои на катер, который за ними пришел. Не думаю. И поедут на базу. Эх, жалко, я не сняла, как Шура вчера в лодке пыталась уйти в море. Сёмочка хочет сказать... Как море ее три раза обратно выплюс под визги Шуры. Не приняла. Сёма хочет сказать пока, до завтра. По-моему, ему все равно. До завтра. Скажи Маше, до завтра. От меня глаз не сводит. Маша без меня будет скучать. Маня волнуется, как бы все это не было, уехали кататься из нее. Маня, охраняй маму с папой. Ну да, жди. Сумей. Девочки, пока. Пока. Сапоги Грише отдашь. Не забудьте. В нос. Поехали. А мы остаемся на острове с Гришей, Витей и Маней до завтра.
как вам? Утро такое. Ладога рассердилась. Она не хочет нас отпускать. Да. Теперь бы в западне. Теперь мы настоящие Робинзоны. Будем есть медведей. Сначала начнем с этого. Закончился шторм, остался накат, а машинка лает на волну. Ну что, Робинзоны, расскажите, а? Что тут происходит? Вот такая веселая грибалка. Грибалка? А, беленькие. И жарятся лисички у нас. С лучком будет, с картошечкой. Красотища. Вкуснотища. Вот еще немножко лисичек. Совсем. На Ладоге туман. Даже дождь идет из тумана. Опа. Ты посмотри, фонарики включились. Да, у нас тут фонарики. Ландшафтный дизайн. Смотрю, заснятый материал. А вон ходит там крыса наша тыловая, итальянская. Пустите, говорит, меня в палатку, я пойду спать. А то у вас тут туман какой-то мне непонятный, да?
лагерь. Наша бабака. Бабака. Ладога наша. Вон там она. Назад по Лакаланцари. Ехать там еще часов 6. Там Лена сзади катится.
Дорога под Питером. Приезжаем в пробку на Муромке. До Питера 50 километров. Вот такие дорожки у нас в России. По навигатору пока.